чего мне сегодня, я делаю этому театру, его художественному руководителю, которые приняли эту выставку. Потому что, мне кажется, она уникальна. Я старый друг Татьяны, и уже был, наверное, 3 или 4. Не на всех, на 3-4 точно был. Но чтобы так прекрасно было организовано, и так получается ярко, что я сегодня как будто, я видел многие портреты уже, но сегодня как будто я впервые их вижу. Я уже обошел все, и с кем-то познакомился, с кем я не был знаком. Это, с моей точки зрения, очень и очень талантливый художник. Потому что Лариса правильно сказала, самое главное слово, что здесь уловлены характер людей. Не просто это картина, просто ну, вот такой вот Владимир, вот такой вот Боярский. А уже точно это тот человек, который жил на этой земле, это человек, который живет и творит на этой земле. И вот это дар Божий у художника. Мой портрет у меня дома. Я к нему отношусь с уважением и нежностью. Потому что он, там есть несколько портретов, но он один из лучших, за что я ее и благодарю. И желаю ей доброго здоровья и продолжать также трудиться на благо людей. Посмотрите. Уважаемые посетители прекрасного произведения искусства и памяти, почему я решила сказать какие-то слова свои душевные? Вот такая выставка, она вдохновляет на то, чтобы в своей работе, в своей жизни мы тоже творили то, что заслуживает либо памяти, либо одобрения присутствующих. Например, эти портреты и игра этих актеров останется навечно. Вот я и думаю, что же мне в своей жизни, в своей работе сделать такого, чтобы результат моей работы вдохновлял, умилял, радовал или где-то вызывал критику у жителей нашего города и страны. Спасибо вам за вдохновение. Будем стараться дальше что-то творить достойно. Спасибо. Спасибо. Можно мы дадим еще слово? У вас микрофон.